Ой-ой-ой, ребят, что-то выбил он. Еще, еще. Ай, да ладно, еще деремся, я уже расслабился. Ладно, третий раунд есть, ребят. Ну что ж ты вообще как забил на этот бой? Забил совсем. Давай, фаербол в никуда. Ну, нет, попали, но так мало отнял. Ух ты. Что-то сильно-сильно, ребята, надо победить. Надо бы как бы победить. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и это Shadow Fight 2. Всем привет, дорогие друзья, ну что ж, давай продолжим наше приключение в этом мире теней. Да, ребятки, у нас уже скоро 16 левел, а чтобы его достичь, мы сейчас быстренько в испытание вот сюда прибежим. Нам нужно без двойных ударов. А это что такое? Да просто один раз нажал и смотришь. Один раз нажал и смотришь. Они будут давать двойной удар, что ли? Не знаю. Давай проверять. Поехали. Давай, может, на сложном туда пройдем? Да, конечно, нужно на нормальном, как минимум, идти. На нормальном, да. Ребятки, ну что ж, мы пошли в бой. А вы обязательно поддержите нас лайком. Не забывайте, что если мы соберем 2000 лайков, купим... Какое-нибудь крутое оружие. Крутое оружие, ребята. Обязательно для вас. И про клан не забывайте, кстати говоря. Скоро покажем вам, что там творится. Ну что ж, поехали. Испытание в бой без двойных ударов. Ты не можешь использовать двойные удары. Да пожалуйста, мы готовы ко всему. Да, у нас счастливчик с дубинками. Ну давай счастливчик. Эх, сейчас отсчастливим счастливчика. Опять же красивая так, локация, слушай, я как все время двойными ударами дерусь. Ну я понимаю. Раз, оп, по голове ударил. И еще надо бить по голове. Осталось один раз по голове также ударить, и вот, вот такой вот красивый удар. Смотри, бам, самурайский меч. А мы, кажется, по-другому бить и не можем. Реально, да только этот удар, ты прикинь. А, хорошо. Хорошо, что мы попали. Слушай, хорошо, что нельзя двойными ударами бить, а я уже я тыкаю все равно. Ну, понятное дело, я понимаю, что ты постоянно просто жмешь, вдавливаешь эту кнопку. Бам, бам. Как он хорошо загнулся. Бам! Мне кажется, здесь нужно что-то еще использовать, не только вот этот удар. Да? Вот этот можно использовать. Да, кстати говоря, прикольный ударчик, но правда мы ничего не отняли, но ничего. Вот этот хорош, но он ничем не отличается от этого. Магия есть, кстати говоря, магия. Магия! Ох ты какой умный, а! Ты смотри, он уже брутал. Смотри, вот теперь он будет. Да он вообще брутал. Да пошел он. Красиво он уклонился. Ой-ой-ой, слушай, надо его бить. Что там? Давай. Да что такое? Агрессив, пошел. Ой-ой-ой, да, ребят, что-то выбил он. Еще, еще. Ай, да ладно, что? Еще деремся, я уже расслабился. Ладно, третий раунд есть, ну, ребят. Ну что ж ты вообще как забил на этот бой? Забил совсем. Как ну-ка, смотрел, все, смотрел, поехали, смотрел, поехали. Смотрел. А я, видимо, тоже начал смотреть, да, такой, не играть, а смотреть. Да. Не принимать участие. Бам ему, еще раз бам. Где красиво. Наша сабля? Три удара и перфект. Да, ребята, просто очень круто. Извините за предыдущий бой. Ну, что, бывает, бывает. Да бывает такое. Сколько? А, 2500 всего лишь тысячи, а нам там нужно сколько? А, вот смотри, на сложном сейчас пройдем. А что там нужно? Снаряжение. О, у нас есть. Отлично, пошли в бой. Погнали в бой, ребят, на сложном, да? О, магазин. А, пам-пам-пам-пам. А что у нас не 15 уровня? А я не знаю, что он покажет, что у нас. Лучше. Ах ты ж, находящие ножи, а? Ну давай апгрейдить, ничего не поделать. Да ну за 14 тысяч не будем апгрейдить. А как нам пройти? Сейчас на 16 уровне, вон нам от... Ага. Ничего не откроется. Ничего не откроется, так что... А, не, на 16-м, вот, серебряные сюрикенчики. Зачем нам 14 тратить, если мы... А как нам левак 2000 поднять-то? Вот все не так-то вот было бы легко, да, если бы было бы легко. Но есть еще у нас на безумном турнир. Ну давай попробуем на безумном турнир, если уж мы такие, ребята, безумные. Пожелайте удачи. Реально, есть, конечно, 70% вероятности, что мы проиграем. Но кто не пробует, тот не ест. Реально, мы просто решили сэкономить 14 тысяч голды и проиграть безумно. И будем проиграть... Ой, какая музычка бодрая играет. Задира. Задира, ну-ка, бей его, бей! Ай, промахнулись уже. Мне кажется, здесь нужно просто одиночным ударом бить по голове. По голове вот этим, которым мы в предыдущий раз победили. Но мы не всегда ими побеждаем, кстати говоря. Ох ты, слушай, как он подкатиком нас подловил. Ой, что-то подкатиком подловил. Ну давай, по голове. Да ладно, ну что ж такое, а? Ну что ж он пропустил-то? О, подловили. Хорошо. Ну, слушай, на безумном реально победить, на самом деле, если как бы... Ну, если не попадать. Не особо попадать. Если особо попадать. Хорошо. Оу, хорошо. Кто попал? Мы попали. Мы попали. И... Оу, да что ж такое-то, давай. А? Какой... Оу! Нет! Да ладно. Неожиданно, неожиданно. Ребята, мы очень старались, на самом деле. Что ж такое, один удар был всего.
отличал нас от проигравшего и победителя. Так, перегревчик нужно атаковать срочненько. Хорошо, попали. Успели. И промазали. Мы вкинули. Нет, да, он нас кинул. Нет, нас бросили. Не-не-не, отстань. Как красиво он это все делает, а? Есть, один раз попали хотя бы. Нет, ребята, что здесь пока не судьба нам с катаной безумным. Ну, походу, дело надо разориться, мне кажется, нет? Или нужно пойти просто невозможно и доказать, что мы звери? Еще раз пойти? На невозможном. Вообще на невозможном? Да нет, здесь мы точно не сможем. Ну, а тут рискнуть. Да ладно, тебе на невозможном. Давай вот если на невозможном проиграем, то тогда уж точно... Ребята, экспериментальное видео. Экспериментальное видео прям для вас. Фан-фан-гейм. Задира, привет. Это мы опять. Насколько невозможно на невозможно называется. Пришли проиграть. Смотри, он сразу кидает. Ну, начало бодрое, особенно у него. У нас не знаю как пока что. Ой, как, послушай, достал. Сейчас тебе... Еще раз достал. Момент настал. Давай, достал. Давай, бей. Так, перегревчик у нас. Ай-яй-яй-яй, подловил. Слушай, его даже подкат нам полжизни отнял. Подкатик, да? Ой, как он... Фарбу! Ой, промахиваемся! Как не вовремя промахнулись. Слушай, видишь, здесь у ворота от фаербола, у них, видимо, прописаны уже на невозможном 100%. Я думаю, что невозможно попасть. Он даже стоял, он решил... О, ты видел, сколько хелсов он снял? Это с разворота. Это он сначала просто стоял. Не, ребят, не валит вообще. Это нереально. Это реально невозможно. Короче, заряжаем. Я боюсь, что нам нужно... Неохота так заряжать. Может, попробуем на безумном еще раз? Да ну тебя, ну это прям вот вообще, ну жестко. Жестко? Ну давай, сейчас нам предложат в магазин сразу перейти. Чтоб не выбирать это все, видишь, как. Да, ребятки, давай, ну, 14 ладно. И 4. Ну, будем с ножными, с охотничьими. Нужно обновляться? Не нужно. Они моментально, да, обновились? Хорошо. Да, моментально, очень хорошо, удобно, прям то, что нужно. В испытание идем, ребята, нормально здесь, да? Может, даже в сложно пойдем и проиграем все-таки, да? Вот чтобы третье поражение прям заключительно, и просто удалить игру после этого. Утес, ребята. Нет, ни в коем случае, ты что, удалять игру? Это... Итак, против нас утесик. На чем мы ногами не деремся, а? Вот не получается что-то ногами попасть. Ну ладно, не плачь только. Оу, да ты что? Вот и нога пошла в бой, вот знаешь, вот и иногда ноги даже... И ноги задействовали, и руки задействовали. Хорошо, еще пару ударов. И будет победа, я думаю, бросок и все. Победа. Мы на сложном, да, на харде играем? Мне кажется, это легкое. Не, сложное. Да я знаю. Слушай, ну с этим, с задирой, конечно, что-то не сложилось у нас, да, определенно. Слушай, я не понимаю, почему, но они в начале хода почему-то конкретно стоят. Хорошо, и давай, знаешь, что попробуем? Оу, четко! Оу, разменялись ударами, четко промахнулись опять. Слушай, ну что-то не везет нам на эту магию, да? Вот с рутами было намного лучше, они какие-то более пассивные. Да, они как-то были... как красиво он это все сделал. Слушай, а почему сейчас мы не попали? Вот это мне интересно. Мы по нему прям провели мечом. Вот так вот, я тоже не понимаю, почему он проходит сквозь как-то. Мне кажется, нужно какой-то другой удар попробовать, вот он потому был, что... другой удар. Потому что вот это проскальзывание сквозь него уже... Крис и Брэдфорды у него, ты понимаешь? И что? У него торнадо, как у понятно, Лео. Понятно, я согласен. Нога здесь была вообще не в тему. Почему не в тему? Ну, в... Давай, фаербол в никуда. О, нет, попали, но так мало отнял. Ух ты. Что-то сильно, ребята, надо победить. Надо бы как бы победить. Как бы, знаешь, третье поражение, это будет несерьезно. Но. Да что ж такое, слушай, как он подловил-то грамотно нас, а? Бросочек, неплохо уже. Ой. Да как же так? Подожди, нога. Надо сосредоточиться надо. Есть. Попали. Хорошо. И под перегревчиком бы сейчас попасть. О, отлично. Отлично, ребята. Но здесь мы не могли проиграть. Определенно надо было выиграть, чтобы получить новый уровень. Получаем хотя бы его или нет? Да! Хорошо, ребята. Ну что ж, профиль. Что у нас здесь есть? О, новое умение. Яростный или скала. 50% шанс выдержать критический удар без попадения на землю. Отразив 45% урона. Неплохо, кстати говоря. И яростный у нас, кстати, 4 уровня уже. Я думаю, что скалу надо до 3-го пробрать. Давай, до 3-го чтобы пробрать. Сравнять. Да. Это будет грамотно. Забрать вот здесь достижение. Какое-то у нас есть, уже 129 монеток. Это хорошо, ребятки, это ж отлично. И очень много экипировки. Просто мега много. Ой, какой шлем. Красивый, а. С рогами.
Это полумесяц. Смотри, какая щетка на плече. А, да, четкая. Смотри, прочная кольчуга, а? Прочнее даже наших доспехов. Надо заказывать. Ну, надо брать. 46 тысяч, ребята. Вот это да. Ждем. Ждем, конечно. Так, ребятки, здесь у нас теперь стоит очень выбор такой, очень странный. Заказываем шлем с, смотри, с рогами. Уши убираем, да? Да. А, уши пока не убираем, потому что... 4 минуты надо подождать. Да, 4 минуты надо подождать. И что делать? Ух ты. Бам-бам-бам, уничтожите. Ух ты, смотри, какая сабля. Что? Мне кажется, ей полжизни будешь замахиваться. Ты видел? Он даже за уровень выходит. Ребята, кто играл этой штукой? Уничтожители, напишите. Смотри, мне кажется, им вообще невозможно ударить топорами. Нам, кстати, подписчики писали, чем меньше оружие, чем оно короче, тем оно эффективней. Вот когти, они короткие, ну-ка, примерь, примерь. Да, ребят, скажите, пожалуйста, когти, как они, кстати говоря, как у рыси, да, совсем такие же, наверное? Ну, похоже что-то на нее. Вот, ребят, у нас дилемма, что делать? А, катану, чтобы улучшить, представляешь, 50 нужно монет, это мы делать точно не будем, ребят, нам ничего не остается, кроме как купить когти. Да, ребята. Или улучшить стилет. Я думаю, что-нибудь мы придумаем. А вам огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк. Да, пишите в комментариях, что нам делать с оружием. С вами был канал Detol. До скорой встречи, ребятки. Пока. Пока.